Здравствуйте, дорогие друзья! Предлагаем вашему вниманию волшебный шар для раскрутки внутренней энергии, соединения всего тела в единую структуру и выпуска энергии наружу. Обычный боулинговый шар может послужить вам источником энергии и пробуждения. Начинается движение с простого перекатывания, с бедра на бедро, с бедра на плечо. Плечи, бедра запускаются такими простыми круговыми движениями с забрасыванием шара наверх за счет живота. Двигайтесь собрано всем телом, потому что руками поднять достаточно тяжелый шар легко не получится, и долго вы так тоже работать не сможете. Очень важно почувствовать, как вы раскручиваете шар и катите его по телу так, что оно потом отражается. В каждом месте, где шар прокатывается, возникает обратный эффект, и тело выходит в этом месте наружу. В итоге, после определенного количества времени, появляется внутренний шар, который вы также крутите. Легко, непринужденно. Следующий момент – это подбрасывание наверх шара. Закатывание. За счет тоже соединение бедер, рук и внутреннего импульса. Шар катится мягко. Если будете просто на себя его бросать, то эффекта не будет. Очень важно, чтобы он именно проехал по телу, и вы его контролируемо подняли бы и опустили вниз. Это очень важно, потому что следующий этап – это выход наружу. То есть тяжелый шар удержать на вытянутой руке достаточно тяжело. Можете попробовать сами. Особенно если рука находится не в вертикальной плоскости, а в горизонтальной. Вот здесь без соединения опоры на все тело это сделать практически невозможно. И еще руку нужно выпрямить максимально вперед. Потому что если она будет согнута в локте, будет напрягаться бицепс, плечо, и эффекта не будет, потому что сила замкнется в этом месте. Очень важно соединить все тело, выпрямить руку до конца и соединить опору во всем теле. И отпустить легко, чтобы шар катился. Вывести, удержать и прокатить вниз. Выход энергии и расслабление. Тестом является напряжение. Если у вас возникает напряжение в теле, в каком-то месте, в суставе, значит там энергия блокируется. Напряжение не должно быть ни в руках, ни в ногах, ни в голосе, очень важно. Можете говорить, попробовать говорить полными предложениями, так, чтобы у вас не сбивалось дыхание, значит все происходит правильно. Если вы начинаете утомляться, начинаете делать паузу в предложениях, значит нужно вернуться к предыдущему упражнению. На расслабление, покрутить, снять напряжение с рук, с лица, с языка. За счет мягких, плавных движений, соединяя тело вместе. Следующий этап – это закольцовывание энергии. Предыдущее движение только плюс соединение руки, локтя, плеча, груди, плеча, локтя, руки. Шар прокатывается по телу. Если рука будет закрыта, если она будет напряжена, то шар просто упадет. Он либо отскочит от плеча, либо просто свалится вниз. Когда плечи соединены, когда энергия течет, он крутится плавно из одной руки в другую. И очень важно, чтобы была расслаблена голова, потому что очень велика вероятность, что шар закатится в шею. Если голова будет такая вот серьезная, тогда можно свихнуть себе челюсть. Если шея мягкая, податливая, она плавно пропустит шар, не даст ему вам навредить.
Если вы чувствуете уже уверенность в этих движениях, вам уже не составляет труда перекатывать его один, второй раз между руками. Вы можете побросать его наверх. Желательно партнеру. Боулинговый шар обладает очень большой инертностью и очень приятно бросается в бедер. Тоже можно легко почувствовать, как импульс выходит и шар как пушечное ядро выстреливает из тела. Главное не создавать напряжение, расслабляться и получать удовольствие от того, чем вы занимаетесь. Спасибо.